to ask you who you know. Please don't make any sad moves. Господа, всем привет! Вот тут вот мы только вот приехали, нашли вот такое вот шикарное место, где тень, я так полагаю, будет 24 часа. Короче, полные сутки будет тень со всех сторон деревья. Вот. Нахожусь я на Арал-Тубе. Вот, так что, ну, место, думаю, на карте найдете. А вот непосредственно река. Сейчас будем расставлять лагерь. Сегодня, на самом деле, немножечко разгрузочный день. Пока лагерь поставим, пока кукурузку сварим. Кукурузку я варю исключительно на той воде, где ловить собираюсь. Ну, как-то так. И, кстати, да, смотрите, сколько много всяких кузнечков, саранчи. Смотрите, кучами прям. Вот такая вот история тут повсюду. И вот даже один ползает по камере. В общем, ну, скажем так, мы начинаем начинать. Что из этого выйдет, сделаем совместно. Посмотреть, как говорится, будем делать, посмотреть, да, что у нас получится. Порыбалим, а вы посмотрите. Комментируйте, пишите ваши добрые комментарии, ставьте лайки. Ну и, конечно же, подписывайтесь, потому что смотрит много, а подписанных мало. Для нас это вот на самом деле важный моментик. То есть это такая, знаете, мотивация. Ну, хорош разглагольствовать. Нам надо лагерь ставить. Дальше все последовательно покажем. Итак, дамы и господа, кто знает, что это такое? Кукуруза с коноплей. Правильно. Веселая будет кукурузка. Сазанчик сейчас будет «Юху!» говорить. А приобрел я ее в магазине у Гаврилыча, кстати, вот. Не знаю, там хоп-хоп-хоп, видно, не видно. 700 тенге, мешок целый ганжубаса за 500, за 500 грамм 700 тенге. Закида стоят. У нас погода немножечко изменилась, немножко пасмурно стало. И сейчас мы сделаем небольшой такой перекусь, кувырдак. Сегодня у нас вот такая вот домашняя тушенка. Это вот делает Алексей. Ссылочку дам на него снизу, кому интересно вдруг. Очень вкусно на самом деле. Это уже не первые консервы пробую. Так что вот картофанчик и кувырдак. Ну, готовое блюдо получается. Быстро и просто. Готовим кувырдак, так скажем, полевой, простой, без каких-то там замыслов. Ну вот, сейчас добавим тушника, тут что кувырдак. Картоху сделаем а-ля кабоб, то есть обжарку немножечко потушим, и будет вкусно. Потому что я так считаю. Потому что я так я художник, я так вижу. Во. Так. Картоха у нас вот до такого золотистого цвета доготовилась. Ну, она получается как картошка по-деревенски. В следующем что я делаю? Масло сливаю. Ну и добавляю вот тушняк. Все это дело размешиваю. И готовенько. Будет просто бомбисимо. Ультрабомбическое блюдо. Отвечаю. Вот такая вот картошечка. Золотистая получилась. Лишнее масло убираем. Ну, это, конечно, зависит напрямую от сорта картошки. Ну, и для тех, кто не знал, я, конечно же, картошку, когда порезал, промыл. Ну, и, так скажем, просушил. Это немаловажный фактор. Ну, это для тех, кто не знал. А кто знал, ну, красавчики, молодцы. Что могу сказать. Вот так. Дальше добавлю специи хмели, сунели, паприки, соли, все это отдельно просолю,
проспицирую его. И потом уже совмещу с тушником. Мели сунели уже засыпал, соли засыпал и паприкаша. Все. Теперь все это дело, конечно же, нужно размешать. Одна выбрыгнула дегустационная, вторая. Огонь? Горячо? Да, аж так горя. Так, вот сюда каурдак куриный. Выбухиваем вот так вот, прям с банки. Вот так все это дело пошло. И сейчас следом отправляем картофан Иваныча, вот так вот. После чего мы делаем такие действия, вот так все размешиваем. Так скажем, ну вот это немножечко неудобный черпак. Удобную, так скажем, эту штучку забыл дома. Ну да и ладно. Мне это не мешает. Заготовить что-нибудь интересненькое, вкусненькое. Крышкой обязательно накрыть. Ну и все. И дать немножечко отдохнуть вот этому всему делу. Минут 5 более чем достаточно. Ну, собственно, а вот что получилось. А получился самый настоящий кавардак. Вот так вот. Хоп. Хоп. Мяски. Хопа. Нежнейшая картошечка. То есть, вот, видите. И это очень вкусно. Во. Рецепт бомба. Тушенка домашняя и картошка. Все. Ну, масло там, специи. Ничего сверхумного, но очень вкусное блюдо. Быстрое и вкусно. 2 минуты туда-сюда. Твои мнения. Сейчас. Ну, звезды Мишлен заслуживает. Ну все. Куда идти за звездой Мишлен? По течению вверх, да? Там, где клюет, да? О, ничего себе ты там себе сделала. Красоту. Сюда насадил саранчу зеленую, здоровую. Поклевка такая мощная была. Ну, видимо, саранчу только сдернули. Ну да, так и есть. Вон уже ошметки от нее. Самую вкусную часть оттяпали. Ну, в принципе, и так можно закинуть. Я думаю, кукурузу лучше закинем. Нормально будет. Зацените небушко, какое красивое. Ну, у нас тем самым свечерело. Поклевка была на саранчу. Ну как? Там, видимо, за жопу ее схватило и оторвало. Никто не зацепился. Предлагаю разные кукурузы. Это же и варенка, это же и мед. Сейчас уже бандюэль подключился. Не знаю, посмотрим. Не клюет почему-то. Хотя место это отличное. Здесь всегда клевало. Даже рыба он почему-то играет, но не ловится. Странные дела, Геннадьевич. Надо что-то... Не голодный, избалованный. Тут саранчи, кузнечка тысячами просто. Вот нашествие какое-то. Ну что ж, будем импровизировать. О, мангальчик. Мангальчик стоит. Сейчас мы крылышки пожарим. Ну и, конечно же, ужин. Сазанчику подать надо. Сюда основной. Ну и вот так. Пускай. До этого уже был прикорм. Это сейчас еще, так скажем, добавочка. Место, конечно, шикардосное. Всем доброе утро. У нас за ночь, опять же, не было поклевок.
что в принципе удивительно для этого места. Не знаю, что происходит, но клёва нету. Вот этот уведенный странно как-то. Ну, я думаю, что он просто забился, потому что сторожок на месте. Да и колокольчика не слышно было. Ну, сейчас посмотрим. Ну, увело конкретно, конечно. Может он... Да нет, вот. Я про что и говорил. Но, кстати, кукурузы нету. Так что... Ну, не теряем надежды. Пытаемся. Что тут сказать? Ну, удивительно. Вот и перекормил. Ну, все, как говорится. И, ну, погода, конечно, единственное непонятно. Там синева. Не знаю, вон там видно, нет. Такое прям грозовой фронт. А вот тут вроде нормально. И вот оно все время вот так вот. То ветер, то еще что-то. То есть, может быть, на погоду, конечно. Но... Не знаю. Посмотрим. Еще сегодня есть время и завтра. А поймается, не поймается. Ну, не поймается. Ничего страшного, поймаем в другой раз. Рыбалка, она ведь история не про рыбу, а про состояние души, так сказать. Про эмоциональный отдых. Ну, иначе зачем это все? Рыбу, как таковую, если честно, я даже не особо ем. Ну, так, только свежую, разве что. А так, дома даже не покупаем. Ну, что, ждем-с. Будем пытаться. Сейчас перенасажу все. Ну, и будем ожидать. Хотелось бы, конечно, рыбки покушать свежей. Именно вот только выловленной. Вот такая вот у нас погода. В общем, циклончик какой-то мы попали. Ну и место. То есть у нас вот тут вот стоят закида. Очень удобно. Ну и там тоже. Здесь машина, она же палатка, она же кемпер. Короче, помогатор. Неотъемлемый друг. Ну и вот банда в сборе сидит, наслаждается бесклёвием. Так, у нас тут дождик уже моросит. Вон тут начинается. Все спрятали. Вот. И ожидаем. Ожидаем клёво. Ну что-то клёво, походу, блин, не будет. Погода какая-то, черт подери, какая. То ветер, то вот эти тучи, дождик, какой-то слом нездоровый. В общем, все замечательно, отдых шикарный. В принципе, ну, ехали-то не то чтобы за рыбой. Ну, хотелось ощутить поклевочки. Если это, конечно, произойдет, будет просто, ну, нереально круто. Ну, а если нет, ну, значит, не судьба, значит, в другой раз. Потому что, блин, погода какая-то говорит о том, что, ребятки, рыбки вам сегодня не будет. Но мы-то люди упертые и оптимисты. Так что ждем. Вот это вот у нас зарядила непогода. Вот так вот дождик валит. Стопудово кто-то с Алматы привез. Да. Кто привез с Алматы дождь, заберите. Он тут не нужен. Улов. Первая рыба. Ну а что? На безрыбе и вобла рыба. Взяла она на кукурузу варенку, получается. А, ну все. На нарезочку ее. Итак, дамы и господа, у нас все так же бесклевие. Зрители также на своих местах. И, ну, поклевок пока не увидели. Ну а у нас тем временем обед. Как говорится, не по рыбалим, так по кулинарим, да, давайте. Сейчас что у нас будет на обед? У нас будет что-то подобие а-ля цумян, скажем так. То есть у нас тут хрюшка, вот, замаринованная,
То есть это соевый соус, вот эти все дела. Перчик болгарский, это у нас пекинская капуста, чеснок и лучок. Ну и сковорода непосредственно. Сейчас процессик, быстренько чух-чух. Потом сначала мы обжарим вот это все дело, потом мы обжарим отдельно лапшичку. Ну и совместим все это, будет вкусно. Но это что-то такое а-ля лагман цумян. Во. Кто ел цумян из свинины? Опа, сазан. Потак. Он там. О, в камыш, смотри, ушел. Вон он. Это вот он в камыш уходит. Сейчас уйдет, смотри. Все, отрыв. В камыш ушел. Да, ну. Итак, возвращаемся к готовочке. Здесь жарится мясо. Здесь у нас лучок уже поджарился. Мясо сейчас вот сюда перегружу. Обжарю лапшичку, потом овощички. Ну и потом дело совместим. Так, овощички я обжарил вот сюда к мясу. И зачем я это делаю? Я хочу вот прям поджарить лапшичку. Ну, не поджарить, а обжарить. Потому что так надо. Вот. И потому что будет так очень вкусно. Овощики то, что надо. Сейчас уже самый цвет. Сейчас мы обжарим лапшичку. И все это совместим. И все будет просто бомба. И отправляем вот это вот все дело. О-о-о, сковородки мало. С горкой. Вот это красота. Сейчас мы это дело как-нибудь раскидышуем. Размешаем. Вот так вот. И все. В целом наш цуменчик готов. Скажем так, нетрадиционный, но все же. Ну, лагманов же великое множество. А вы как считаете, лагман ли это? Вот это, конечно, да. Наверное, не съедим это все. Ну что, господа, давайте пожелайте нам приятного аппетита. Ну, как говорится, с рыбалкой. Это просто ультра вкусно. Смотри, карасик, да? Дает бой. Хороший карась. Дама. Так, стоп. Погоди. Так, сейчас я его... Надо, чтобы он отцепился. Стой. Ладно. О, отцепился. Только за садок уже зацепил. Миссия выполнена. Таким, ну, слушай, для карася он прям... Это хороший карась. Очень. Побольше сазанчиков некоторых. Ну да. Какой? Ну-ка. Слушай, ну да, здоровый прям. Вот такой карасел. Две ладохи, и то даже больше. Были только вот эти вот кузнечики. Ветер, молнии, все было. Ну, я думал, еще следующий. Даже Тимоха Прохиндейкович говорит: о, ты кого там поймал? Мураша, что ли? О, где рыба? Ты че, говорит? Ты че, рыба где? Рыба, рыбочка моя где? А, Тимоха. Тимоха? Куда? Рыбак тоже наш домашний. Домашний хорек. По имени Тимоха. Тимоша. Любит рыбалку, не всегда, правда, но любит. Ну, у него выбора нет. У него сейчас капитальная уборка квартиры идет. Каждый занят своим делом. Мотор снастей. Ну, это что-то увело, конечно, но маловероятно. Ну да, трава.
Ничего. О, надо же. Карась. Получается, даже рыба есть. Небольшая, но есть. Ну ладно. Так. Уже что-то. Не сазан, конечно. Так. Ну, небольшой. Акулы. Посторонись. Да хоть что-то. Ну вот, даже маленький, да, дергает. Ну, наверное, сейчас убежит. Убежит, как убежит. Ну, вроде нормально держит. Да, никого. Сегодня три рыбки уже, да? Только за сегодня. И одна за вчера. Ну. А вчера это какая? А, которая. Обнарезка. Ну. Вот такой сазанчик. Сладок. Надо ему не дать. На пацак. Вниз давай. Хороший. Смотри, он против течения что делает. Буруны какие. Здоровый. Ну, можно попробовать, чтобы ты попробовал. Давай. Вниз, 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 в воду. Не, ну не совсем-то уж огромный. Сейчас, сейчас. Жень, иди сюда, давай, будешь. Да, давай. Давай, давай. На. Геннадий, что заводи. Вот так держи, вот так, как я. Вот тут, выше. Продолжаем. Сойдет, так сойдет. Тише, тише, не тяни вверх сильно. Новички. Давай, Женя, самого большого вытаскивай. Молодчинка, выудила. Все, красавица. Ну, пойдем туда. Сейчас извиняемся за колокольчик. Фу. Да. Слушай, ну мандраж имеется? Ну так ты его сначала, я его просто подтянул. Все, давай туда. Ну да, надо бы, раз такое дело, да? Так. Ну-ка, вот сюда заведи и это. Положи, Жень, удочку. Давай с трофейчиком. Вот моя жинка вытащила. Не-не, сейчас упадет, как он изначально держал. То есть сейчас постой. Вот так вот. О! Вот это хорошенький, вот так в две руки возьми. О! Чисто тобой пойманная рыбка. О, вот они. Тихо-тихо. Побежали, побежали. Вот они. Вот они. Ну и маленькие карасики. О. То есть вот такой вот улов. Как говорится, самый большой у нас вот этот. Но он зацепился. Ну, в общем, ладно. Сейчас мы будем его отцеплять, чтобы... А, вот, отцепился. То есть вот такой вот сазаневич попался. Красота, красота. Что еще надо? Что, господа, на этом наша такая рыбалка закончилась. Она была, знаете, такая, не прям сказать, мощная такая. Ну, слом погоды, сами видели. Смотрите, чистота за нами. И, собственно, вот весь мусор. Да, его много, но так или иначе мы его увозим. То есть сейчас еще какую-то мелочь соберем. Ну, тут такую больше нету уже. Вот. И вот такое чудесное, красивое место остается в чистоте до следующего нашего приезда. Ну, а кто здесь будет, пожалуйста, тоже уберите за собой мусор. Это же не сложно, зато как кайфанем потом. Вот приезжаешь, чистое место, вот такое вот. Навес у тебя естественный. Ну и вот она, река чудесненькая. А кто досмотрел до этого места, вот вам и бонус. Место это находится на Аралтубе. Вот как приехали, через поселок проехали, и вы упретесь. Так что подписывайтесь на канал, кто не подписан. Напишите какой-нибудь
комментарий любой, просто вот, что вы посмотрели, ваши эмоции, ну или вообще, как вообще вы видите мое творчество. Мне будет приятно, всем отвечаю. Как говорится, увидимся на рыбалке. Всем до новых встреч, надеюсь, вам было интересно. Пока! Wait for them to ask you.